Международный день студента в Одесскую юракадемию прибыл замминистра образования и науки Украины Роман Греба. Он встретился и пообщался с преподавателями и студентами университета, а также обсудил с ними вопросы, касающиеся проведения в Украине реформы образования. После общения со студентами мы с ним говорили, он говорит: у вас очень хороший студент, у вас прекрасный коллектив. И самое главное, что я, говорит, верю в будущее нашей страны, потому что есть такие творческие личности, как студенты Национального университета Одесской юридической академии. Мне было это очень приятно слышать. Роман Греба ознакомился с научной и учебной программами вуза, побывал в аудиториях, читальном зале, самой современной в Украине университетской библиотеки, музее редкой книги, музее оружия, стрелковом и пневматическом тире. Кроме того, чиновник посетил Центр специальной боевой подготовки. Отметим, что центр тесно сотрудничает со Всеукраинской федерацией грэпплинга. Здесь студенты вуза оттачивают свое мастерство в различных боевых искусствах – дзюдо, самбо, грэпплинг, ММА, панкратион и другие. Я вражений тим, що побачив. Надзвичайно красиве приміщення, великі аудиторії, викладання англійською мовою, чудова бібліотека, чудовий тир, зали для криміналістики, аудиторії обладнані комп'ютерами. Є на що подивитися, є що людям показати. Студенти видно, що вони розумні, видно, що вони горять ідеєю, і видно, що вони хочуть бути справжніми професіоналами своєї справи. І для них є всі умови для того, щоб вони стали справжніми професіоналами. Также в день студента в академии побывала выпускница университета, первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севастьянова. Чиновник признается, профессиональные навыки получила именно в стенах Одесской юракадемии. Это моя альма-матер и всегда ей останется. Здесь я начинала свой трудовой путь на кафедре международного права, защищала кандидатскую диссертацию, поэтому воспоминания только приятные, очень позитивные. И скажу, что очень сильная школа права в Одессе. Мы сейчас видим и по конкурсам Верховный суд, потому что преподаватели юракадемии стали судьями Верховного суда и показали очень высокий уровень. Поэтому, конечно, учиться здесь одно удовольствие. Заместитель министра образования и науки Украины высоко оценил также и то, какое внимание в вузе уделяется спорту. Юракадемия уже давно славится как кузница не только юридических кадров, но и титулованных спортсменов. Вуз постоянно делегирует своих студентов на Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира по различным видам спорта. Сегодня в копилке вуза уже более 90 медалей высшей пробы. У Міністерстві освіти і науки я відповідаю за спортивний напрямок, за розвиток спорту саме серед студентів і серед школярів. І тому для мене дуже приємно, коли університети показують такий високий рівень і спортивної підготовки, коли в університетах створені умови для заняття спортом безпосередньо студентами, щоб вони розвивали себе не тільки як професіонали-юристи, а щоб вони також могли розвиватися фізично. Самі студенти говорять, університет активно участвує в спортивній житті молодих людей. Спорт развивает человека достаточно очень хорошо, но при этом я как бы занимаюсь дзюдо лет 7. Спорт действительно очень помогает в жизни и, не знаю, то есть он как-то целенаправленно, то есть достигаешь своей цели не только в спорте, но и в каких-то моментах в жизни. Тренировки, она просто воспитывает характер именно мой, и мне это легче в учебе уже проявлять себя даже. Академия, конечно, помогает же в учебе, они поддерживают, знают, что мы тренируемся. Наші преподаватели лояльно относяться до нас, тому що розуміють, що і тренування важко суміщати з учобою, але лояльно. В Международный день студента президент Национального университета Одесская юридическая академия Сергей Кивалов пожелал будущим специалистам всегда быть успешными и востребованными. Студенты, выпускники Национального университета Одесской юридической академии являются лучшими. А за лучшими идет всегда хорошая карьера. Я всем студентам и Национального университета Одесской юридической академии, и Международного гуманитарного университета, и всем студентам нашего города, города-героя Одессы, желаю успехов, творчества, благополучия и востребованности после окончания того или иного высшего учебного заведения. Будьте счастливы! И будьте здоровы. Наталья Апара, Александр Вейцман, Юлия Польнова, телеканал «Репортер».